С Днем молодежи поздравили горожан, творческие коллективы города. Муниципальный духовой оркестр, артисты Дома культуры «Пионерный», музыкальные коллективы «Лунный свет» и «Свои» вышли с концертной программой в сквер «70 лет Магадану». Поздравления с Днем молодежи принимали 20 тысяч магаданцев. В этом году дату отметили с рекомендованными мерами безопасности и социальным дистанцированием. А обычно город праздновал праздник с концертной программой, которая заканчивалась фестивалем «Белые ночи». Еще одно новшество для жителей столицы Колымы – 27 июня теперь один из 5 дней в году, когда в регионе запрещено продавать алкоголь. По результатам многочисленных исследований, в последнее время среди молодежи набирает популярность здоровый образ жизни и правильное питание. Вечером в парке «Маяк» прошло мероприятие «Музыкальная открытка офлайн». Ведущие развлекали и веселили гостей морского побережья. На ступеньках открытого амфитеатра артисты станцевали флешмоб «Танцуй». Интересные факты о городе, феномен белых ночей, новый парк «Маяк». Об этом и другом ведущие рассказали в стиле радиопрограммы.